Привет, дорогие друзья! В этом видео я научу вас делать двуликий макияж. Правая половина будет живая, а левая в виде черепа. Первым делом наносим на правую половину лица тональную основу. С помощью светло-коричневых теней делаем контуринг носа. Выделяем бровь коричневыми тенями. Белыми тенями подчеркиваем бровь. Прорисовываем подвижное веко голубым карандашом и выводим стрелку. Закрепляем голубыми тенями. Поверх рисуем тонкую стрелку черным карандашом. Приклеиваем ресничку. Прокрашиваем ресничку тушью. На левую половину лица наносим увлажняющий крем. Черным карандашом рисуем основу скелета. Закрашиваем выделенные области белой гуашью. Выделяем контур глаза. Затем прорисовываем челюсть и зубы. Рисуем нос. Черной гуашью разделяем левую и правую части. Выделяем нижний ряд зубов. Закрашиваем область глаза. Рисуем трещины. Подводим губы и красим красной помадой. И наш двуликий макияж готов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцем вверх, подписывайтесь и оставляйте комментарии под видео.